от бывшего председателя КНБ Карима Масимова, находящегося в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене и узурпации власти, жалоб не поступало. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова. По словам омбудсмена, к бывшему главе ГКНБ относились наравне со всеми задержанными по подозрению в совершении уголовного преступления. В наших группах есть информация о Масимове. Однако в силу специфики нашей работы мы не можем раскрывать все данные. Пока жалоб от Карима Масимова не поступало. Так что я ничего не могу сказать. Камера есть камера. Это может быть для одного или нескольких человек. Важно понимать, что все это изоляция от общества, сказала она. Эльвира Азимова отметила, что никакого дополнительного ухода и других условий Кариму Масимову не ставили. Есть три вида содержания под стражей: следственные изоляторы в полиции, следственные изоляторы при Комитете уголовно-исполнительной системы и следственные изоляторы при КНБ. Они немного отличаются по срокам содержания под стражей. Главное, что люди здесь имеют одинаковый доступ к адвокатам, медицинскому обслуживанию и питанию, сказала Эльвира Азимова. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.